Юрий Казимирович, как никогда много было кандидатур на эту должность, то меня даже удивило. Но предложение, естественно, всегда, и выбор первый – это председатель Национального банка. Я об этом когда-то сказал публично. И из всех этих кандидатур, в том числе и Павел Владимирович несколько кандидатур предлагал, но рекомендовал вашу. Рекомендует вас и министр финансов. Значит, вы должны работать для развития страны.